Три значимых больших мероприятия прошли в городском центре культуры в предновогоднее время. Свадебные юбилеи 2014 года, награждение лучших спортсменов и салон романса. А теперь все по порядку. Не первый год силами проходит торжественное чествование свадебных пар, которые прожили вместе 50 и более лет. В этот раз на вечере присутствовало 10 пар. Поздравить юбиляров пришли председатель городского собрания Елена Коршунова, мэр города Тынис Кальберг, вице-мэр Эви Пасме, которые пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. В этом году отметили золотую свадьбу 50 лет вместе Борис и Лидия Харчевы, Александр и Нина Ждановы, Евгений и Тамара Кондратьевы. Также золотые свадьбы отметили Валентин и Валентина Мусиенко, Иван и Надежда Гавриловы, но, к сожалению, их не было. 55 лет вместе. Изумрудные юбиляры. Василий и Майя Рудые, Виталий и Тамара Харины, Иван и Валентина Сидоровы, Иван и Ираида Васильева. Василий и Валентина Гороховы празднуют юбилей железной свадьбы 65 лет вместе. Василий и Валентина приехали в город Силаме в 48 году из Горьковской области после окончания ремесленного училища. Поженились в 49 году. Вырастили двух сыновей. Старший окончил Харьковский авиационный институт, младший – горный техникум. У Василия и Валентины два внука и две внучки, два правнука и одна правнучка. Поздравляем Василия и Валентину Гороховых. В праздничном концерте приняли участие художественные коллективы Центра культуры. Ежегодно в нашем городе после окончания спортивного сезона подводятся итоги. Выбираются лучшие спортивные клубы, тренеры, спортсмены. В этом году за звание лучшего клуба в игровых видах спорта боролись Силамяевский футбольный клуб «Дина», футбольный клуб «Маликорп Силмет». Но наиболее лучшего успеха добился футбольный клуб «Силамяекалев». На его счету второе место в премьер-лиге чемпионата Эстонии по футболу, выступления в Евролиге и другие успехи. Награждается весь состав команды, а также тренерский штаб. Александр Стародубцев, Виталий Иванов, Юрий Жуков, Сергей Францев, Вадим Добижа, Ирфан Аметов, Владимир Пересильда, Альгиманас Бряунис, Роман Кожуховский, Николай Усов, Семен Ольховский, Екатерина Горбунова, Раймо Нил. Номинация «Лучший клуб года по индивидуальным видам спорта». За почетное звание победителя борьба была нелегкая, и в ней участвовали следующие городские клубы. Спортивный клуб «Эвайл Атлетикс», спортивный клуб «Сил Боксинг», тэквондо клуб «Квон», клуб легкой атлетики «Силамяе Калев», спортивный клуб «Калев». В итоге лучшим был признан спортивный клуб «Калев». Представитель клуба – президент Евгений Барботин, тренер по шахматам Виктор Мешков, тренер по художественной гимнастике Неля Акаманчук, тренеры по баскетболу Алексей Соболев, Евгений Цмых, Евгений Игнатьев и тренер по теннису Дмитрий Лет. На вечере выступила группа спортивной аэробики клуба «Эвайл Атлетикс».
номинация «10 лучших спортсменов 2014 года». 10 место. Илья Волосатов, легкоатлетический клуб «Калев Силамме». Илья в 2014 году стал чемпионом и призером молодежного первенства Эстонии по спортивной ходьбе. 9 место. Ксения Савченко, легкоатлетический клуб «Калев Силамме». Два раза становилась чемпионкой молодежного первенства и один раз призером. 8 место. Маргарита Козлова, легкоатлетический клуб «Калев Силамме». Призер и трехкратная чемпионка Эстонии среди молодежи. 7 место. Анастасия Пономаренко, легкоатлетический клуб «Калев Силамме». Дважды призер молодежного первенства, два вторых места в чемпионате среди взрослых. 6 место. Валерий Соколов, бокс, клуб «Силбоксинг». 5 место. Геннадий Истомин, бокс, клуб «ЭВЛ Атлетикс». 4 место. Игорь Александров, тэквондо, клуб «Квон», чемпионы СССР. Победили в двух престижных международных турниров. 3 место. Ангела Мандель, легкоатлетический клуб «Калев Силамме». Трехкратная чемпионка Эстонии. Чемпионка и трехкратный призер молодежного первенства страны. Победитель Кубка Эстонии. 2 место. Роман Орлов, шахматы. Спортивный клуб «Силамме Калев». 5 место в чемпионате Европы по быстрым шахматам. 21 место в чемпионате Европы по блиц-шахматам. 3 место в командном чемпионате Европы в возрасте до 14 лет. 1 место и звание «Лучший спортсмен года» получает Илья Сираш, шахматы, спортивный клуб «Силамме Калев». Илья может гордиться следующими достижениями. 5 место в чемпионате Европы по блиц-шахматам. 2 место в командном зачете на чемпионате Европы. 1 место на чемпионате Эстонии в возрасте до 20 лет. И в прошедшую субботу Илья занял 2 место на чемпионате Эстонии по быстрым шахматам. Илья является победителем и призером различных международных турниров. В номинации «Лучший тренер года» в игровых видах спорта лучшим тренером 2014 года признан Сергей Францев, футбольный клуб «Калев Силамме». Лучшим тренером в индивидуальных видах спорта признан Евгений Терентьев, легкая атлетика. В его послужном списке 12 призеров и 5 чемпионов молодежного первенства Эстонии. Лучшим тренером по оздоровительному спорту признана Елена Котенева. Она преподает пумп, степ, бодибелл, слайд, аэробику с общим числом посещений 3695. Номинация «Особый приз». Игрок футбольной команды «Калев», который больше всех забил мячей в премьер-лиге. Евгений Кабаев. На его счету 36 голов. Воспитанник клуба «Импульс» Александр Никифоров порадовал своими результатами в пауэрлифтинге, а точнее в дисциплине жим-лежа. В этом году Александр выжил штангу весом 205 килограмм. До этого награждали молодых спортсменов, а сейчас о ветеранах спорта. Николаю Каширину 76 лет. В этом году он третий раз стал чемпионом и в пятый раз призером Эстонии по легкой атлетике среди ветеранов. Олег Григорьевич Тихонов, ему исполнилось 75 лет. Олег Григорьевич долгое время руководил спортивным комплексом, был тренером команды по ГТО и морскому многоборью. И сейчас он продолжает активно участвовать в спортивной жизни города. Также на вечере выступили гимнастки клуба «Калев Силамме» и клуба «Квон» тэквондо. Уважаемые силамяйцы, дорогие друзья! Все меньше дней остается до наступления самых светлых и добрых праздников Рождества и Нового года. Это время надежд и мечтаний. Позже, в наступающем 2015 году, сбудутся все ваши мечты, а в делах неизменно сопутствует удача. Желаем от всего сердца хорошего самочувствия, душевного спокойствия, радости от прожитого дня, чтобы каждый ваш день был наполнен светом любви близких, теплом родных сердец, чтобы в каждом доме всегда было здоровье, согласие, достаток и счастье. С наступающим Рождеством и новым 2015 годом! Lugupeetud sillamäelased, head sõbrad! Järjest vähem jääb päevi kõige kaunimate pühadeni, jõulude ja uue aastani.
See on ootuste ja lootuste aeg. Saatku teid 2015. aastal edu, õnn kõikides tegemistes. Täituge teie unistused. Soovime kogu südamest teile, kallid sillamäelased, head enesetunnet, hingerahu, rõõmu, et igasse päeva jätkuks armastust ja lähedaste soojust. Rahulike jõule ja head uut aastat! Когда мы с Ольгой Бундер организовывали новый в городе салон «Романса», мы не думали, что он станет традиционным, ежегодным, что он так полюбится горожанам, сказал основатель салона Виктор Феофанов. Даже когда в Центре культуры проходил ремонт, салон «Романса» располагался в актовом зале Силамейской гимназии. В этом году в концерте приняли участие молодые артисты, в исполнении которых прозвучали старинные и современные романсы. Вот и наступило долгожданное рождественское чудо в детском саду «Хеле Бунесет Пурьет» – «День гномов». Это традиционное мероприятие, которое готовится для детей и их родителей силами учителей в канун Рождества. В гости к детям и взрослым приходил веселый гном, который развлекал зрителей веселыми играми, загадками, поздравлениями. Гном зажигал предрождественские свечи, от которых в праздничном зале стало тепло и уютно. Все маленькие и большие зрители сразу стали добрее, внимательнее друг к другу. Ну а настоящее Рождество приближалось каждой зажженной свечой все ближе и ближе. Как всегда, по традиции, гномы открывали свои мастерские, в которых дети совместно с родителями изготавливали различные рождественские атрибуты. Мастерских было много. Учителями, гномами было предложено и показано родителям и детям множество нетрадиционных, необычных методов и приемов. Каждый мог выбрать себе занятие по душе и по интересам. Но интересно и забавно было все, поэтому большинство гостей
посетили все мастерские гномов и были очень довольны и счастливы. С помощью родителей, их фантазии, выдумки, интересных идей и умелых рук в детском саду к празднику гномов организовали прекрасную зимнюю выставку. Это выставка снеговиков в детском саду Хелепунасет Пурьет. В канун праздников Селамяйское городское управление решило сделать подарок любителям плавания. Вчера Гуруправой был официально утвержден новый график работы городского бассейна. Согласно этому графику, со следующего года бассейн будет работать и по воскресеньям с 9 до 17.00. Также увеличится рабочее время по субботам. Если сейчас в субботнее время бассейн открыт с 9 до 14, то с Нового года он будет открыт с 9 до 17.00. Остальные же дни бассейн будет работать как обычно, то есть с понедельника по пятницу он будет открыт для свободного посещения с 7 до 11 и с 18 до 21.00.